Сегодня, в день Святой Великой Субботы, на середине храма лежит плащаница с изображением Спасителя, которого полагают во гроб жены Мироносицы вместе с Иосифом и Никодимом. Плащаница по обычаю красиво украшена. Так она будет лежать до вечера, до позднего вечера, и в 22 часа в нашем храме начнется служба, которая называется «Полуночница». Небольшая служба, которая длится около получаса или 40 минут. Центральной частью этой службы является чтение канона Великой Субботы. И на 9-й песне канона во время пения Ирмоса «Не рыдай мне, мати» священник уносит плащаницу в алтарь и полагает ее на престоле, где она будет лежать 40 дней до праздника Вознесения Господня. А в 12 часов ночи в храме начнется крестный ход. Пусть он будет не такой торжественный, как обычно, потому что обычно крестный ход в нашем храме всегда бывал с огромным стечением людей, с большим количеством певчих. Вот в этом году все будет не так. Будет служащий священник, помогающий диакон, еще несколько человек, которые необходимы для организации богослужения. Больше в храме никого не будет, и больше никто не будет принимать участие в крестном ходе. Но это не умаляет его торжественность, и это не умаляет его святость. Кто-то будет следить за нами через трансляцию, кто-то просто будет молиться Богу дома, благодаря Бога за то, что Он благословил всех нас дожить до дивного, чудесного праздника Пасхи, праздника обновления, праздника очищения, праздника вечной жизни. Всех вас поздравляю с наступающим праздником. Спаси, Господи!